Лов – массовый и престижный продукт. Атоми предлагает высококачественные товары по абсолютно справедливым ценам. И с помощью сетевого маркетинга компания ведет потребителей и участников к успеху. Итак, все, кто хочет начать свой собственный бизнес, и те, кому интересно узнать, как здесь можно заработать, внимательно слушайте нас. Давайте начнем. Поехали! Регистрация участников в Атоми. Люди, которые хотят приобрести товары или начать бизнес с Атоми, могут присоединиться онлайн через другого участника без какого-либо первоначального взноса. Вы будете зарегистрированы под человеком, который вас направил вашим спонсором. И вы тоже сможете зарегистрировать людей под собой. Ваша ветка будет сформирована, когда вы зарегистрируете под собой участников с левой и правой стороны. Став нашим участником, вы получите два больших преимущества. Во-первых, вы сможете приобретать отличные товары по низким ценам. Например, Хемохим предлагается в 4 ценовых категориях. Поэтому выгоднее всего купить набор из 4 продуктов. У всех товаров Атоми есть баллы PV, которые накапливаются при каждой покупке. Все полученные PV остаются у вас навсегда. PV – это баллы, которые являются основой для расчета вознаграждения участникам. Стоит отметить, что все PV исчезнут, если вы потеряете статус участника. Но не беспокойтесь! Вы можете поддерживать статус участника, покупая, например, одну зубную щетку в год. Еще одно преимущество состоит в том, что вы получаете вознаграждение. PV, заработанные с личных покупок, называются личными PV. Сторона с меньшим количеством PV называется меньшей веткой. Ваш уровень дистрибьюторства будет установлен согласно вашим личным PV и PV ваших веток. Именно он определяет, сколько комиссионных вы получаете. Помните, что PV начинают накапливаться с 10 тысяч. Давайте разберем, какие уровни дистрибьюторства приняты. Уровни дистрибьюторства. Как вы видите на картинке, участники Атоми делятся на 5 разных уровней дистрибьюторства. Даже если вам не хватает личных PV, вы сможете стать агентом, если у вашей меньшей ветки есть необходимое количество PV за прошлый месяц. Точно так же вы можете перейти от агента к специальному агенту и далее к дилеру и эксклюзивному дистрибьютору. Пожалуйста, уточните ваш уровень дистрибьюторства и проверьте, отвечаете ли вы требованиям получения вознаграждения. В Атоми есть спонсорские вознаграждения, мастерское вознаграждение, поощрение при достижении уровня мастерства, вознаграждение центра. Участников Атоми, которые работают за рубежом, просим уточнить информацию на сайте, так как в каждой стране используются свои правила. Спонсорское вознаграждение. Спасибо! Благодаря участникам, которые рассказывают потребителям об Атоми, мы экономим на рекламе и возвращаем эти деньги нашим клиентам. Если под вами уже зарегистрировалось много новых участников, проверьте,
Подходите ли вы для получения спонсорского вознаграждения? Спонсорское вознаграждение рассчитывается ежедневно, согласно вашим личным PV и PV меньшей ветки. Например, если сейчас у вас уровень агента, и вы накопили по 300 тысяч PV с двух сторон, то вы получаете 7 класс с множителем 15. А что если у меня нет 300 тысяч PV? Я не смогу получить множитель? Нет, это не так. Когда ваша меньшая ветка накопит 300 тысяч PV, вы получите 8 класс с множителем 5. Как здорово! 3 месяца, полгода, год. Время идет. И чем больше участников регистрируется под вами, тем выше ваш уровень дистрибьюторства. У торговых представителей 8 класс. У агентов 7. У специальных агентов 6. У дилеров 5. А у эксклюзивных дистрибьюторов с 1 по 4. Самый высший класс – это 1, с максимальным множителем 300. Эти множители будут преобразованы в денежный эквивалент и выплачены в качестве комиссионного вознаграждения. Когда я смогу получить свои комиссионные? Каждую неделю со среды до вторника. Баллы складываются и конвертируются. А затем в следующий вторник их отправляют на счета участников. Для иностранных участников АТОМИ день выплаты может отличаться в зависимости от страны. Мастерское вознаграждение. В АТОМИ есть 7 уровней мастерства. За достижение уровня мастерства вы получаете вознаграждение. Итог подводят каждые 15 дней. Поэтому у вас есть 2 шанса каждый месяц. Нет никаких сроков или условий для поддержания уровня мастерства. Пока вы являетесь участником АТОМИ, вы можете повысить свой уровень в любое время. За подробной информацией обращайтесь на наш сайт. Когда вы, наконец, достигнете уровня специального агента и накопите по 2,5 миллиона PV в каждой ветке, период с 1 по 15 число или с 16 по последний день месяца, вы будете повышены до мастера продаж. Тяжелая работа не останется незамеченной. Самый первый уровень, мастер продаж, является самым важным в АТОМИ. Участники, которые поддерживают его, называются мастерами автоматических продаж. И они уже сделали первый шаг к тому, чтобы добиться успеха вместе с АТОМИ. Теперь, когда вы узнали, что такое мастер продаж, вам будет легче разобраться со следующими уровнями. После того, как вы стали мастером продаж, если в каждой ветке есть еще 2 мастера продаж, вы становитесь бриллиантовым мастером. Если у вас есть 2 бриллиантовых мастера в каждой ветке, вы становитесь мастером Шаронской розы. Таким образом, вы получаете продвижение, когда участники с левой и правой стороны достигают такого же уровня, как и вы. О, звучит просто! Так когда же я могу получить вознаграждение за достижение уровня мастерства? После достижения нового уровня и окончания периода подсчета. 20% от общего количества PV компании будут поровну распределены между участниками согласно их уровню мастерства. Вознаграждение будет выплачено через 7 дней после подсчета. Обращаем внимание, что условия выплаты зависят от страны. Также помните, что за повышение уровня мастерства вы получаете подарки. Поощрение при достижении уровня мастерства.
Когда вы станете мастером продаж, вы получите в подарок один набор Skin Care, шестиступенчатой системы по уходу за кожей и один набор Evening Care для ночного ухода. Если вы станете бриллиантовым мастером, вам подарят ноутбук или планшет. Два набора Skin Care и один набор Evening Care. Подарок для мастеров Шаронской розы включает в себя путешествие на двоих и вознаграждение в размере 110 тысяч рублей. Для стар мастеров путешествие на четверых и 550 тысяч рублей. Когда вы станете Royal мастером, вы получите путешествие на четверых на 11 дней и 10 ночей, бесплатную аренду машины, корпоративную кредитную карту балансом 110 тысяч рублей в месяц и денежное вознаграждение 2 миллиона 700 тысяч рублей. Если вы станете Crown мастером, вы получите путешествие на четверых на 10 дней и 11 ночей, кредитную карту балансом 270 тысяч рублей в месяц, денежное вознаграждение в размере 16 миллионов рублей и автомобиль класс люкс. И, наконец, если вы станете Imperial мастером, вам подарят путешествие на четверых на 11 дней и 10 ночей, машину класса люкс, кредитную карту с балансом 550 тысяч рублей в месяц, офис с личным ассистентом и денежное вознаграждение в размере 55 миллионов рублей. Вознаграждение центра. Участники, которые получили одобрение компании на открытие центра в качестве поддержки для бизнеса и обучения участников, дважды в месяц могут получить вознаграждение за центр, которое составляет 6% PV всех участников центра. Вау! Все, что вам остается сделать, это рассказать об Атоме своим друзьям и семье, а также посещать семинары Атоме, чтобы узнать о способах достижения успеха. Мы желаем вам добиться успеха в будущем. Еще увидимся!